Кубанский юридический колледж появился на курорте в феврале 2011-го. Здесь преподают общеобразовательные дисциплины и учат профессиональным навыкам в правоохранительной деятельности, экономике и бухгалтерском учете. Выпускники колледжа смогут продолжить свое обучение уже в структурных вузах. Ольга Лукьяшко, например, уедет в Ростов, но работать обязательно вернется в сочинское УВД. Я вообще мечтала с детства об этой профессии. Я мечтала стать следователем, работать в органах. Для меня это моя мечта. И поступив в данный колледж, я не пожалела об этом. Очень квалифицированные педагоги. Спасибо им за это большое. Благодаря им я стала многое понимать. Постигать основы правоохранительной деятельности студента помогают и бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые со временем решили заняться преподаванием. А это значит, что учащиеся колледжа знают все тонкости не только в теории, но и практике. Большинство студентов из старших курсов, проходя практику в подразделениях органов внутренних дел города Сочи и видя работу сотрудников, для себя уже четко решили стать сотрудниками и свою жизнь посвятить работе в органах внутренних дел. И сегодня в профессиональный праздник работников полиции будущие правозащитники устроили в колледже тематический концерт. Инициативные студенты показали свое мастерство в танцах, конкурсах и юморе. Мы взяли их, сломали, выцепили. Мы как цепные кошечки, мы как два диких неадекватных кальмара, да. С самого открытия Кубанского юридического колледжа появилась и команда веселых и находчивых. В составе Кавказского дворика будущие юристы, адвокаты и полицейские, которые уже понимают, что в такой ответственной и сложной работе без юмора не обойтись. Вживаются они очень быстро, я уверена, что они выбрали правильную профессию, им это очень нравится, очень любят участвовать в таких, сами их организовывают нам эти конкурсы, очень любят показывать свою деятельность. Педагоги колледжа уверены, что их студенты, пополнив со временем ряды сотрудников органов внутренних дел, будут достойно нести службу и выполнять свои обязанности. Кубанский юридический колледж находится по адресу улица Конституции, 18. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.